танцевального коллектива «Карамелька». Дорогие ребята, на пути в страну знаний и нам, взрослым, и вам потребуется очень много добрых, полезных советов и пожеланий. И для поздравления я приглашаю на сцену главу муниципального образования «Весенний сельсовет» Сергея Васильевича Швецова. Добрый день, уважаемые зрители, дорогие ребята. Ну вот и пролетело лето. До начала нового учебного года осталось всего 10 дней. И в преддверии начала учебного года хотел бы пожелать вам здоровья, деткам хороших оценок, чтобы они только радовали родителей. Ну а мы, администрация, совет депутатов, чтобы провести эту акцию, собрали небольшие подарки для вас, и сегодня мы их вам вручим. Для того, чтобы как-то помочь родителям собрать своих детей в школу. Спасибо огромное, Сергей Васильевич. Я знаю, что у вас есть приятная миссия. От главы муниципального образования Оренбургский район Василия Николаевича Шмарина вручить подарок школьнику. И он у нас в зале есть. Баданин Иван спешит на нашу сцену для получения этого подарка. Пожалуйста, аплодисментами встречаем. Приветствую, нам все равно, кто получит из семьи подарок. На нашем пожелании успехов, хороших оценок и хорошего настроения родителям, когда вместе будут с детьми учить уроки. Спасибо огромное, Сергей Васильевич, а мы с вами, друзья, продолжаем. И к нам на сцену я хочу пригласить ведущего специалиста администрации муниципального образования «Весенний сельсовет» Анну Владимировну Преснякову для вручения подарков. Итак, дорогие друзья, на сцене мы ждем и приглашаем. Спешит к нам Абдулова Диана, Бекетова Ульяна, Губайдулин Артем, Дюгаев Артем, Ермагомбетова Дамир, Ишкаева Амира и Рубина София. А мы остальные аплодируем ребятам, дорогие друзья. Вручаются сертификаты на приобретение канцтоваров и, конечно же, с наилучшими пожеланиями на новый учебный год. Анна Владимировна, будьте добры, в центр фото на память. Ребята, поближе, покучнее к Анне Владимировне. Молодцы, улыбаете, а мы аплодируем. Спасибо огромное, Анна Владимировна, занимайте место в зале, но продолжаем вручать подарки. На сцену приглашается специалист администрации муниципального образования «Весенний сельсовет» Надежда Константиновна Швецова. И к ней спешат ребята, которые тоже сегодня получают подарки. Хасгалиев Матвей, Шадрина Софья, Штоллер Матвей и Грамов Рамазон. Быстрее я называю, ребята, спешат на сцену. Каримова Макзода, Духанина Ксения и Лекай Виктория. Ребята, вперед! Конечно, Надежда Константиновна, фото на память, поближе, друзья. Улыбаемся. Все-таки купите ту заветную ручку или тот заветную тетрадочку, в которой будете записывать свои школьные секретики. Спасибо огромное, Надежда Константиновна. Ну, а мы, дорогие друзья, мы продолжаем. Мы сегодня подготовили для вас небольшой маленький сюрприз.
Дорогие друзья, игра называется «Счастливчик», «Везунчик», как хотите это назовите. Но повезет, как всегда, не всем. Внимательно, привстаньте, посмотрите под сиденье своего кресла. Тот, кто найдет фишечку, тот у нас и будет счастливчик. Такой маленький прямоугольничек, яркий, цветной. Отрываем на сцену, я должна увидеть, что вы действительно... Так, есть первый победитель, аплодисменты. Так, есть еще один победитель, опять аплодисменты. Ну, кто у нас невнимательный, посмотрите лучше под свои сиденья. Я могу подсказать, если нет соседа рядом и кресло пустое, тоже можно заглянуть. Удача, она такая штука, бывает. Просмотрите внимательнее. Ну и так, сиденье поднимайте и видно сразу. Раз, два, и три. Не нашелся, значит, счастливый случай будет впереди. А мы поаплодируем нашим девчонкам, которые получили сегодня еще и добавочный приз. Держите, чтобы последние 10 дней были у вас веселее. Молодцы, спасибо вам огромное. Ну вы что, завидуете, если аплодируете дружно?